Hugo. В атаке ирландцы. Удар и гол. Вот оно, первое действие игровое в игре. И гол. Робби Кин, капитан сборной Ирландии. Это не простой гол, это 50-й гол Робби Кина за национальную команду. Он очень хотел выйти сегодня на поле, несмотря на то, что на неделе испытывал дискомфорт, был слегка травмирован, но сказал, что обязательно буду играть, потому что хочу забить 50-й мяч за национальную команду. Форвард Тоттенхэма, который тоже толком не играл за свой клуб. Смотрите, с какой дистанции. Правда, при помощи рикошета поражает ворота. Но решился он на этот удар. И уже за это заслуживает, как форвард, всяческого одобрения за смелость принятого решения. Ну, а мяч действительно цепляет в полете Никол Чиновески, защитника, и бессилен строем до какого-то определенного момента, когда все-таки придется разбираться. На первый, второй, третий. Опасный момент. И второй мяч в сетке ворот сборной Македонии. Снова Робби Кин. Закрыл он. Пятый десяток и открыл шестой. В одном тайме одного единственного матча Робби Кин. 51-й мяч за национальную сборную Ирландии. На 36-й минуте 2-0. Тут, конечно, ошибка откровеннейшая. Если в первом случае помощь случая, рикошет, то вот здесь ошибка, безусловный провал обороны сборной Македонии, неаккуратная игра, перехват Робби Кина и точное исполнение удара. Ну, что это за передача? Ни в какие ворота не лезет, точнее лезет, конечно же, но не в те ворота, в которые хотелось бы македонцам. Это Бобан Гранчаров. Второй номер. Неаккуратно сыграл. И смотрите, и тут же, сделав два шага, остановился. Понял, что все, не догонит. Бобан Гранчаров.